Сегодня я играю в Far Cry 5, редактор, и вы на канале Навасов. И сегодня будет прохождение, опять же, этой игры. У нас есть только СМГ-11 и кошка. Да, это все. В общем, перед просмотром данного видеоролика поставьте лайк, подпишитесь на канал Навасов, и лучше вам посмотреть предыдущие части этого прохождения, потому что здесь все по частям, так что советую все-таки посмотреть, ну, чтобы как-то от сюжета. Ну, ладно. Начинаем. Так. Бежим сюда. Запрыгиваем сюда. Залезаем. Сразу идем сюда. Так. Все, у нас есть пистолет. Я сделал это для того, чтобы у меня появился пистолет. Так, берем пистолет. Заряжаемся. Так, это вот мы здесь. Это прошлая карта, которую мы проходили. Но патроны здесь нам не пригодятся. Но все же, ладно. Давайте попробуем. Давайте этого завалим тогда. Минус 3. Так. Автоматы, пистолеты. Окей, ладно. Патронов у меня достаточно. Так, минус 3 сделано. Давайте побежали к другим. Кто еще не понял, мы должны убить всех их. Их 19 человек. Наверное, из-за камеры не видно, то, что веб-камера включена. В общем, тут написано, цель уничтожена. Сколько вообще уничтожено? Так. Валим этого, потому что он нас запалит. В общем, добираемся любыми способами до вертолета. Убивая всех. Потому что все враги здесь. Здесь нет своих. И убить надо всех. Все, кто здесь вот сейчас стоят. Так, этот прошел. Ладно, этот. Этого я пока что нет. А вот того, да. Того я сейчас завалю. Тихо, тихо, тихо. Окей, дальше. Тише. Главное, чтобы они не оборачивались. Потому что это будет пипец. Я именно прохожу с первого раза, и чтобы правильно было. То есть не надо на них бежать прям вообще, чтобы... У них можно отбирать оружие. Твою мать. Он запалил, что ли? Он запалил? Вашу мать, он запалил. Тихо. Он запалил. Может, так можно будет обойти как-то. Твою мать. Меня палят. Хватит быть таким трусом. Тихо. Меня палят, меня палят. Нет, нормально все. Тихо, тише, тише, тише. Тише, тише, тише. Тихо. Входим их. Тихо. Около здания. Тихо. Твою мать. Они меня запалили? Такое не ожидалось, ладно. Забегаем сюда. Давай, 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 давай. И валим всех. Валим всех нахер вообще всех. Кого заметим, даже кого не заметим. Всех. Просто вот берем и убиваем всех.
тише, тише, надо опуститься немного. Так. Давай, 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 давай. Так. Сейчас. Так, минус один. Так, еще один. И вот этих вот. Тихо. Все. Я их даже так уже мочу. Так, кто-то еще остался, по-моему. Кто? Все. Так, вот так вот надо проходить эту миссию. Все, то есть вот мы можем посмотреть, откуда я сюда пришел. Кто помнит эту миссию, она была до этой миссии. Это из части 13, получается. Из номера 13 прохождения я здесь убивал врагов. Тут их было дофига. Ну, в общем, я... это та же миссия, но только здесь надо было добраться на кошке, добраться до... вертолеты. И на вертолете, в общем, улететь. Так мы и сделаем. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. Александр Навасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео. Если вам нравятся такие видео прохождения Far Cry 5, обязательно поставьте лайк под этот видеоролик, напишите свой комментарий. И следующая миссия уже будет... Я не знаю, когда, но она будет точно. Так что... Всем удачи и всем пока!